конечно, сегодня был день достаточно тяжелый, потому что с утра был большой учет на основной территории, которая огорожена забором. А после того, как мы немножко передохнули, мы пошли на горку, которая называется Черепашка. Это тоже достаточно далеко. Вот теперь уже мы спустились в Черепашки, идем вдоль озера. Но дорога нам известная, теперь мы уже точно не заблудимся и полдень утонем.